Привет, меня зовут Женя Фокин, я из Кунда. То есть я подумаю, что какой совет бы был для вас, кто вы начинаете изучать эстонский язык? Я думаю так, что найдите вот эти пару друзей, кто уже говорят по-эстонски или кто эстонцы, и вот проведите с ними время и выберите какие-то уже слова, что вам нравится, и оттуда уже есть возможность выучить язык. То есть можно еще слушать эстонское радио или смотреть эстонские каналы. И все равно думаю, что если вы в жизни что-то захотите, вы обязательно добьетесь этого. И ситуация такая, что русский язык, эстонский язык, английский язык, финский язык дал мне возможность по миру путешествовать, участвовать в разных проектах. И есть такая поговорка, или как сказать, миссия моей жизни, что язык – это такая вещь, что не спрашивает у вас хлеба. Что? Всего хорошего и удачи!